Здравствуйте, итальянские друзья! Мы рады видеть вас, посланцев Федерации коммунистической молодежи, у себя в Волгограде. Добро пожаловать в наш город, город, которому обязаны спасением многие и многие города. Вот она, слава Волгограда, его бессмертие. Теперь давайте знакомиться поближе. И ничего, что иной раз не хватает слов. Язык дружбы понятен всем.